Новетину университета. Максима, ветаем. И как вам такая инициатива Патрушева, что до репарации для России цій війні? Ну вы знаете, я, мы за эти три месяца много услышали. Хочется первая реакция вызывать санитаров, в принципе, это... Также как заявление сегодня Дмитрия Медведева относительно мирного плана Италии, да? что это наша была исконная территория, и мы не готовы рассматривать подобные планы. Смотрите, тут как бы несколько моментов можно зафиксировать. Появляется кураж определенный у российского высшего руководства. Они прочувствовали, что, по крайней мере, европейские партнеры дали слабину. Они очень сильно обеспокоены тем, что надвигается глобальный продовольственный кризис, который как раз э, Кремль и инсценирует, это его план «Б», э, после того, как э, планы э, захвата быстрого и оккупации Украины провалились, вот э, они пытаются подобным образом надавить на мировое сообщество, в первую очередь европейские страны. И, соответственно, вот звучат такие бравурные заявления. А что значит репарации? Возьмем территориями, я бы так сказал. Если перефразировать, зерно они уже берут, воруют, да? То есть воровство, правда, это ложь, да, все по Оруэллу. И подобные заявления, черное это белое и так далее. У нас нацисты, они отстаивают освобождает мирное население, стирает целые города, уничтожая десятки тысяч мирных граждан, которые были, кстати, достаточно лояльны к ним, как минимум, накануне войны. Так что я считаю, что Россия переходит в контрнаступление на дипломатическом фронте, тем более, видя, что, к сожалению, помощь военная. Недостаточно. Они сконцентрировали все усилия на Донбассе. Как вы знаете, там ситуация сейчас крайне сложная. И уже начинают готовить почву для возможных переговоров. С их точки зрения мне план уже очевиден. Они хотят полностью оккупировать Донбасс, по максимуму захватить территории на юге. А потом уже к осени, как раз по мнению нашей разведки, когда мы накупим достаточные силы, подготовим вновь мобилизированных людей, чтобы не бросать их как в бой, как пушечное мясо, как это делает Россия. Надеюсь, к тому времени, хотя бы к тому времени, будет достаточное количество вооружений, мы перейдем в контрнаступление. И они начнут уже шантажировать Запад, продовольственным кризис и также подкупая параллельно европейских политиков, многие годы они вливали туда миллиарды долларов. И уже первые ласточки, которые я уже сказал, вот итальянский мирный план, который, если кратко перефразировать, давайте все забудем, начнем все сначала и забудем в том числе, какие ужасы были в Буче, в Мариуполе, в Гастомеле, в других оккупированных на тот момент городах. Забудем, что Россия уже оккупировала 21 практически процент украинской территории, а не 7, как это было до этого. И все напишем с чистого листа. Вот как бы и, условно говоря, есть крайние заявления Патрушева. Есть крайние э, заявления на другой стороне украинской стороны, которая полностью отказывается и правомерно э, рассматривать подобные сценарии, не готова подписывать ни Минск-3, ни Стамбул-1, где будет речь идти о э, оккупации новых украинских территорий. И вот появляется такая срединная позиция в виде э, плана Италии. Я уверен, будет еще подобные заявления. Вот только что читал, готовясь, ожидая эфир, господин Киссинджер, да, патриарх американской дипломатии, там заголовок, Украина должна уступить территории России. Вот такие уже звоночки начинают поступать через многими годами под Карли лидеров общественных мнений, политиков, журналистов. Начнеться эта волна подобних публікацій. Протидіяти цієї хвилі нам зараз як? Е кілька фронтів. Да. То є, головна наша протидія це наше ЗСУ на фронті. Це очевидь, а на дипломатичному, зокрема. Е на дипломатичному фронті це робота не лише Міністерства закордонних справ, всі, хто може. Долучатися я, наприклад, там те, що можу, там контакти е, даючи інтерв'ю е, іноземним ЗМІ, це на цьому наголошую. Кожен на своєму фронті, на своїй ділянці фронті, має відстоювати позиції України для того, щоб не допустити чергового мінсько 3 зачинення очей і окупації нових. Українських територій, того, щоб світ забув всі ті жахи, які, до речі, і продовжуються, зокрема, і в тому ж самому Маріуполі і в багатьох інших містах насамперед на Донбасі, також в Херсонській області, в Запорізькій області, там, де зараз люди перебувають під окупацією. Ну, до речі, в цьому контексті, коли де треба ще працювати дипломатом, так це зокрема над нинішнім нашим очікуванням кандидатства до Євросоюзу, що сьогодні, зокрема, в Міністерстві закордонних справ Франції пояснювали, що Макронівська ініціатива про створення європейської політичної спільноти не є замінником членства в Євросоюзі. Далі цитата: ми вітаємо заявку України на членство в ЄС. Зараз вона розглядається європейською комісією. І буде обговорюватися на рівні голів держав та урядів у Європейській раді в червні йдеться в повідомленні. Також представник МЗС у Парижі зазначив, що проєкт європейської політичної спільноти сформульований президентом Макроном не є ні альтернативою членству, ні альтернативою процесу членства. Далі цитата. Навпаки, він має на меті якнайшвидше зміцнити відносини з усіма сусідніми європейськими країнами, а з тими, хто є кандидатами, підсилити нашу підтримку у всіх сферах з метою приєднання. Нагадаю, що наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що заяви Франції щодо членства України в ЄС не вплинуть на євроінтеграційний рух Києва. Ну і Україна вже сформувала делегацію, яка розпочинає серію візитів до столиці ЄС для переговорів про. Надання Україні статусу кандидата в члени ЄС вже у червні. Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Це історичний момент для всієї Європи, яким не можна знехтувати, змарнувати якого не можна. Моя перша зупинка, от якраз Париж, написала вона Стефанішина. Нагадала, що Україна в рекордно короткий термін підготувала і передала Єврокомісії необхідну інформацію для оцінки готовності отримати статус кандидата. Однак, ми вже розуміємо, що це значною мірою буде політичне рішення європейських лідерів. Хоча нас чекають непрості перемовини, можу запевнити. Маємо багато союзників у ЄС, а також потужну підтримку серед громадян. Додала вона. Ну от якщо коментувати передусім про Макронівську ініціативу заяву МЗС Франції, то це мовляв ні альтернатива, ні заміна. Така навіщо взагалі тоді питається, а вдруг. Это называется. Э, смотрите, это как раз э, то, с чего мы с вами начали разговор: да, о мирных планах э, от Италии. Э, а это уже такие предложения э, в первую очередь, Макрона. Нужно же еще напомнить зрителям, что канцлер Шульц поддержал подобные предложения. Дуже, сказал а? дуже хорошая инициатива. Дуже хорошая, дуже гарная, звучайно. И, а мы пока придержим вам еще тяжелое вооружение. Вот вчера там Бильд написал, да, что блокируют. Говорят одно, делают совсем другое. Условно говоря, в кармане держат дулю. Пока еще в кармане. А если отмотать немножко, несколько месяцев назад, до начала войны Макрон вообще заявлял, что это украинский кризис, и Россия там ни при чем. И давайте также пойдем на мир путем уступок Кремлю, сохраним Путину лицо. Выборы прошли, и вот из такого ястреба антироссийского Макрон возвращается в то состояние, которое мы помним последние несколько лет, когда он... К примеру, там, в 2018 году был одним из немногих мировых лидеров, который был на чемпионате мира в России в ложе с Путиным. Ну и вообще называл его своим большим другом. Вот друзья Путина как раз начинают с одной стороны лоббировать, зондировать почву о предложениях для того, чтобы прекратить войну и позволить Путину, условно говоря, сохранить лицо и оккупировать новые территории. Со второй они уже начинают, мягко говоря, петлять в вопросах евроинтеграции. То есть статус кандидата в ЕС они нам, конечно, я уверен, все-таки предоставят. Ну, к примеру, Босния и Герцеговина, государство, в которое нас пытались превратить путем навязывания Минских соглашений, это был как раз план боснеизации Украины, самое бедное государство в Европе, Имело, имеет этот статус 2003 года. То, что там сейчас происходит, любой зритель может загуглить, посмотреть и что какие там процессы начались, к примеру, как раз накануне начала полномасштабной войны в Украине. То есть уже риторика меняется и пытаются, ну если провести определенные аналогии, сделать нам Будапешский меморандум. Да, новый, только в контексте евроинтеграции, какой-нибудь фиговый листок, ничего не значащий, чтобы попиариться на этом, мы и мы успокоились, все были довольны, но которые не будут иметь никакой ценности и никаких перспектив. Ну от, до речі, щодо Балкани щодо того, як останніми заявами ми згадуємо, як наше членство да, ну, навіть не членство, ще отримання статусу кандидата на вступ, в'язувалося що. Мовляв, швидкий поступ України змусить країни Західних Балкан образитися, бо вони мовляв багато вже років чекають. Албанія, правда, потім останні дні більше було про неї заяв, що от вирішальні тижні зараз будуть для неї, але ув'язувати навіщо ув'язувати одні країни і інші? Навіщо порівнювати шляхи поступу до Євросоюзу? Це просто намагання якось виправдати те, що ми от не хочемо вам давати це кандидатство чи як. Ну, смотрите, я же уже отметил, до этого, и в принципе, если вот углубиться в эти заявления, проанализировать заявления, в первую очередь, Франции и Германии, это главные экономики, силы в Европейском Союзе, от которых очень многое зависит. Там есть требования экономического благосостояния, развития экономики, когда год назад вопрос был о НАТО, когда ставил президент Зеленский вопрос с ребром, скажите нам, ну, нам дали такой... ПДЧ вспомнили там 2008 года, что может быть нам его когда-то предоставят, но вы перед этим поборите коррупцию. То есть, условно говоря, они внесли такой пункт, чтобы получить даже ПДЧ, мы должны осуществить, ну, фактически по крайней мере, нереализуемую цель, Хотя это никогда не было препятствием для вступления. Та же коррупция, которая была очень не, не в не меньших масштабах той же Греции, там, Турции, когда их принимали в НАТО. То есть это просто такие ищутся везде зацепки, ставятся, прописываются, заставляют нас это подписать, на которые они могут потом ссылаться. И говорить, а вот вы сделаете еще это, а вот вы здесь проведите реформы, а вот тут вы еще не готовы, а вот у вас проблемы в судах, а здесь у вас экономика также не развита, вы не соответствуете, ну и подобные отговорки. Потому что, в принципе, Европейский Союз, вы знаете, у нас это какая-то, я не знаю, фетиш превратился, особенно начиная, ну, начиная там, с 2004 года, первый это потом с 2014 подписания э, э, соглашения, когда Европейский союз отказывался вот, вплоть до 2022 -го года, до начала полномасштабной войны, даже рассматривать, вписывать тоже соглашение о политической ассоциации, э, вероятность предоставления такого статуса и вообще евро, европейских э, перспектив Украины. То есть даже... Прописывать подобное они оказались. А что, политики поменялись? Нет, они те же. Ну, как бы Шольц э, сменил э, Меркель, и тут еще вопрос, э, кто для Украины хуже? Э, Макрон переизбрался. Вот. Ну, и также нужно учитывать, что и настроения в европейских обществах, хоть и существенным образом, изменились. Намного больше граждан Европейского Союза хотят видеть э, Украину в рядах Европейского союза. Тем не менее, политические элиты не изменились, они преследуют свои интересы. И фактор коррупции ⁇ это очень важный аспект. И он касается, тут нужно также понимать, что и Россия также работает. Они уже заявляли о том, что если раньше они вроде бы как были не против европейской интеграции, были против НАТО. То за час уже звучаться о тому що вони вже проти європейської інтеграції. Правда, їх ні ніхто не спрашував, але це вже інший вопрос. Ну продовжуючи про країну, яка теж слідом за нами подавала заявки, яка теж шукає свої перспективи, яка водночас має проблеми з насиченістю прихильників Росії Путіна і президент, колишній, зокрема в цій країні, був проросійський, Додон. От Молдова в Молдові затримали колишнього президента проросійського політика Ігоря Додона. Щодо якого дня ми розпочали кримінальну справу за підозрою корупцію. До речі, про це повідомило видання Дешиди з посиланням на тимчасового генерального прокурора Дмитро Робу. Як зазначено, Додона затримали на 72 години. Під вартою також його кум раніше вівторок правоохоронці провели обшуки за кількома адресами, зокрема в будинку Додона, та в штаб-квартирі молдовсько-російського ділового союзу, який очолює цей політик. Кримінальна справа отримала неофіційну назву Кульок, оскільки на записі, що з'явився у доступі відкритому ще в 2019 році, влітку тоді тодішній лідер демократичної партії Володимир Плахотнюк і його заступник Сергій Яравов передавали президентові додому якийсь пакет. За деякими даними офіційно не підтвердженими у пакеті могли бути гроші. Ну, і тим часом у Кремлі заявили про стурбованість через затримання. Додона, От, коли говорити про Молдову і про Додона, то тут передусім треба зрозуміти, от а, неоднозначність позиції Молдови. Ми їй можемо, от, от саме так, от якось, ну казати, що вона схожа чимось з нами, і тому казати, що якісь у нас є свої особливості близькі, і тому ми можемо однаково трактувати якісь наші помилки щодо Росії і молдовські. Чи все таки у них вони виходять з своїх певних відмінних від нас, особливостей деяких? Ну, у каждого общества есть свои отличия ментальные, которые складываются там, столетиями. Естественно, есть подобные различия и у Украины, и у Молдовы, украинских, молдовских молдавских общества. Но есть много параллелей. Мы постсоветские республики находились долгое время. В составе Советского Союза под контролем России У нас, объ... нас объединяет и наличие конфликтов развязанных. У нас просто сейчас горячая фаза. До этого проводились параллели, что нам пытались навязать сценарий Приднестровья. Они свои так называемые Минские соглашения не только подписали, но и реализовали другой вопрос, что контроля не вернули за своими территориями. Нас объединяет проблема коррумпированности элит. У нас тоже вчера кум Путина заговорил, к примеру, да, который свои пакеты получал на подкупы создания тут пророссийской сети и тоже э, сделал уже ряд резонансных заявлений относительно и бывшего президента Порошенко, и это тоже коррумпированная составляющая и объединяет то, что источником этой коррупции является Россия. Потому что коррупция – это один из ключевых механизмов влияния России вообще в мире. Они подкупают политиков, ну а там, где слабы еще демократические институты, правоохранительные органы, нет серьезной оппозиции, которая может эти процессы контролировать и имеет влияние на соответствующие там, на, на про, проблемы в судебной системе. То есть, в принципе, список проблем, он, который мешает развиваться, достаточно близок. И здесь, вот как я вам сказал, провел эти параллели. Я не удивлюсь, если и у нас бывшего президента ближайшее, ну если не ближайшее время, но ну, в обозримой перспективе задержат. И не факт, что только на 72 часа, учитывая, насколько серьезным является свидетель Медведчук, насколько он долго находился во власти, насколько долго он знал там и бывшего президента и не только его, он очень много знает. Ну и в принципе. Также стоит признать, что это является элементом политической борьбы. Но так происходит везде. Сейчас, ну вот для понятия, да, образец демократии Соединенные Штаты. Сейчас там точно так же преследуют Дональда Трампа. Коррупционные составляющие поднимают там дела у его фонде за многие годы, опрашивают людей ищет э, возможность не допустить ему к следующим президентским выборам. То есть, а это элемент политической борьбы, б ну увы э, коррупция это наш главный бич э, наравне с соседом, который постоянно пытается вернуть нас, так сказать, в стойло в свое и э, в свою зону влияния и использует коррупцию. Активно использовал и я уверен и продолжает пытаться ее использовать. Якщо оцінювати, то от, суспільство Молдови, умовно видається, що в нас проросійський ми певною мірою президент. Ну вже тепер точно ніяк до президентства, ну не знає, що має статися, щоб він там опинився в цьому кріслі. Молдовське суспільство, котре довгий там час був додому при владі проросійська його ця соціалістична партія. Умовно зараз, коли якийсь європейський поступ санду може не вдатися, повернення таких лідерів в Молдові ще реальне. Ну смотрите, все-таки, я думаю, война в Украине имеет влияние и на другие постсоветские страны. В Молдове там очень небольшой разрыв. Там очень, все, смотрите, вспомните до этого Дадон. Там несколько сроков был коммунист до да, президентом. Еще там начинает в, в нулевых годах. Поэтому там, условно говоря, 50-50 общество разделено с небольшим преимуществом того населения, которое поддержит европейскую интеграцию. Все может быть. Все может быть, тем более, как вы знаете, сейчас активно муссируется не только слухи, информация, там, в Приднестровье совершаются теракты, там, внутренняя дестабилизация, то есть то, что у них не получилось в Украине, может быть попытка реализовать в Молдове, чтобы хоть получить хоть какую-то победу. То, что Молдова была следующей после Украины, тут нет никаких сомнений. Она постоянно пыталась, ну, она, в принципе, предодоние политика была откровенно пророссийская, хотя там было и оппозиционное там, правительство. Но вспомните даже сейчас, насколько влияние России сильно. Молдова же не вела антироссийских санкций. Не вела. Даже несмотря на то, что когда «Газпром» им угрожал отключить газ, Украина им помогала, давала свой газ, хотя у нас были свои проблемы. Так что там позиции достаточно сильны. И еще одна проблема большая, которая может привести пророссийские силы, это то, что постоянно молодежь уезжает, а именно молодежь является наиболее активной, выступает за европейские ценности. Соответственно, на избирательные участки приходят пенсионеры, которые голосуют за эти силы. Тут тоже можем проводить параллели с нами. України, тобто деякою мірою можна пропустити, що ця навіть ну корупційна справа порту Додона для Санду може бути як така ну запобіжник для того, щоб певний рупор Кремля в країні не створив потім за наявності сигналів звідти якихось провокацій чи дестабілізації ситуації. Тобто, якісь політичні бонуси від цього, що Додон буде ув'язнений, а потім може засуджений санду очевидь зараз має. Естественно, он является основным конкурентом, он был предыдущим, она у него победила, у него все равно, там, если не ошибаюсь, около 40% поддержки он получил. И как обычно происходит, если оппозиционный политик приходит к власти, не реализует надежды своего электората, он проигрывает своему предшественнику. Вот вам Украина ситуация. 2004 год Ющенко да, в результате первого Майдана. Ему на смену приходит Янукович, который ему проиграл до этого. Но, до речі, в контексте Молдовы и ее нейтралитета, который прописан в Конституции. У міністерстві закордонних справ Молдови зреагували потенційне постачання на потенційне постачання зброї від країн НАТО, зазначивши, що співпраця з країнами альянсу передбачає дотримання принципу нейтралітету Молдови. Речник зокрема зазначив, що Молдова має співпрацю з багатьма партнерами щодо підтримання безпеки у світі та збереження обороноздатності власної армії для протидії потенційним загрозам. І Все відбувається з дотриманням нейтрального статусу країни, закріпленого в конституції. Нагадаю, що раніше міністерка закордонних справ Великої Британії повідомила, що Лондон розпочав переговори із своїми міжнародними союзниками щодо відправки сучасної зброї до Молдови для захисту від потенційної агресії Росії. Проросійська партія соціалістів Дудонівська заявила, що це може загострити ситуацію в регіоні. А російські дипломати нагадали про цей нейтральний статус у конституції. Ну ясно, чому Росія на це реагує. Бо це протидія тій можливій операції, яку б Росія могла розпочати проти Молдови. Але, зрештою, справді, у конституції нейтральність а країни НАТО будуть якось посилювати твою армію. Речник вгоди каже, що все гаразд. А, а, ну, а насправді, як так тоді? НАТО допомагає нейтральній країні. Ну і що? А, а ми разві не були? У нас не було сотрудництва. Е, е. Я уверен, Молдова абсолютно не против. такой поддержки, прекрасно осознавая риски, прекрасно осознавая, в каком плачевном состоянии находится ее армия. Они это открытым текстом признавали, то есть там происходили процессы, которые у нас продолжались. До 2014 года в результате начала военной агрессии России. Украинская армия была, мягко говоря, в плачевном состоянии, и результатом тому и были минские договоренности после Иловайского и Дебальцевских котлов. То есть они сейчас находятся в таком же плачевном состоянии. Конечно, в Приднестровье там недостаточно военного контингента. России и вооруженных сил, даже там включая сепаратистов, это несколько там сотен человек. И поэтому пока такой угрозы нет, пока коридор в Приднестровье Россия не прорубила, естественно, ожидать полномасштабной какой-то военной агрессии в Молдове не стоит. Но Такие э, опасения вероятности по-прежнему есть. И естественно э, они готовятся. Ну а западные, там, особенно Великобритания, Союзники там, люди привыкли не думать только одним днем, они рассматривают други, другие варианты и готовят э, в, э, варианты реакции на худшие случаи. И как бы в этой ситуации, в <coughs> случае Украины, он также многому многим открыл глаза, хотя Великобритания реально смотрела на всю ситуацию и оказывала, начинала нам помощь вооружением до начала до войны, а не после, как делают эти многие наши западные партнери. Ну просто я ставляючи попередні питання до чого веду, власне, коли є розуміння, що ти можеш бути наступним, коли в Україні вже російський солдат, коли є, очевидь, охота стати отримати підтримку. от заходу. Возможно, уже есть смысл подумать про скасування этого официального нейтралитета, про выбор евроатлантического шляху. Чи это великий риск. Ну, конечно, это является риском, и конечно, они опасаются реакции Кремля, что это послужит причиной внутренней дестабилизации. Но ну, и почеркну они полностью зависимы от поставок энергоресурсов. Это очень серьезный фактор влияния, вот кризис газовый, который там был, подписание контрактов, когда Газпром угрожал прекратить поставки, естественно, и там многомиллионная зависимость, задолженность, поэтому Молдова в своем потенциале, она еще намного слабее Украины, поэтому пытается все-таки избежать какой-либо конфронтации. Тем более нужно понимать, что вот мы начинали там с Додона, как бы там поддержка евроатлантической интеграции будет использована и для внутренней стабилизации такими пророссийскими силами, и поддержка в обществе не настолько велика еще до того, чтобы менять подобный статус. Зафіксувалися на цьому. Ну от далі, ну, якраз так. коли від Молдови і до так до енергетики, коли рухатися до наших питань, нас непокоїть шостий пакет санкцій. Ну, принаймні, загалом більшість непокоїть. І нафтове ембарго проти Росії можуть ухвалити без участі Угорщини. Таку можливість розглядають у Німеччині, але для цього потрібно рішення Європейської комісії. Сказав наш голова офісу президента Андрій Єрмак. Нагадаю, що саме угорський уряд активно блокує запровадження шостого пакету санкцій проти Росії. Угорщина, яка теж дуже залежить від енергоносіїв з Федерації, не раз заявляла, що не підтримує обмежень у сфері енергетика. Будапешт вважає, що таке рішення ЄС загрожуватиме енергобезпеці країни. Ну і крім того, є ще зокрема от свіжа заява з Нідерландів щодо цих санкцій. Прем'єр-міністр Рютте вірить у домовленість ЄС про нафтове ембарго проти РФ уже цього тижня. Про таке він заявив на брифінгу. Далі цитата. Як споживачі значних обсягів російської нафти і газу, ми фактично фінансуємо жахливу війну Путіна. Ми повинні припинити це якнайшвидше. Ми робимо все можливе, щоб фіналізувати шостий пакет. Юридично для цього потрібна одностайність. І я вважаю, що ми зможемо цього досягти. Ну, Тут два питання, спочутого. То зможемо чи не зможемо, і в якому ж таки форматі: з Угорщиною, без чи в якомусь іншому варіанті. Однозначно, без Угорщини. Потому что они свою позицию заявили и уже там выдвинули свои хотелки. Вначале это было там, если я не ошибаюсь, 700 миллионов евро, а потом это уже увеличилось до нескольких миллиардов евро. Дайте нам выход в Адриатическое море, и давайте вообще там Трианонский мир аннулируем, пересмотрим. <свот> вот, ну, ну и другие имперские хотелки и требования шантажа получить максимальную выгоду. Поэтому тот вариант, механизм, который разрабатывался, наиболее вероятен, это предоставление отсрочки. Пускай качают свою нефть, перемешанную с кровью украинских женщин, детей и стариков, вот, учитывая их ничтожную долю в российских поставках это все-таки маленькие объемы, это небольшая страна, ее не сравнить ни с Францией, ни с Германией, ни с Нидерландами. И просто помолч... ну, замолчать они, конечно, это наивно, чтобы Урбан замолчал. Но, тем не менее, принять подобное решение. Но тут, опять же, как говорится, есть нюансы. Потому что речь шла, и скорее всего будет идти о эмбарго на поставки морским путем. А 80% российской нефти в Евросоюз идет тут трубопроводами, нефтепроводами, да, подземными, в ту же Германию. Поэтому дьявол кроется в деталях. Я уверен, нам слишком рано еще радоваться. Определенные государства смогут отказаться, другие нет. И посмотрим, будем надеяться, но я, я не ожидаю Ни, никаких прорывов. Я сказала, если это будет, это будет такое половинческое решение в рамках тех объемов, которые они могут компенсировать другими источниками, а полностью они не смогут. А это, с чего мы начинали... Продовольственному кризису, энергетический кризис, потому что цены на энергоносители, если возрастают, возрастает цена на топливо, а это уже распространяется и ведет к удорожанию всех других продуктов, в том числе продовольствия. Вот мы в Украине можем прекрасно это наблюдать. Европейские политики, конечно, этого не хотят, боясь за уровень поддержки своей кризисов и так далее. Вот в Соединенных Штатах, казалось бы, в такой могущественной стране уровень поддержки президента Байдена достиг минимальных, там не высота наоборот, если говорить. Низин. Да, да, низин. И связано это с инфляцией, связано это как раз с ценой на бензин, хотя они добывают и экспортируют, являются одним из крупнейших э, нетопроизводителей нефти и газа. Тем не менее, вот такие вот реалии. Ну, если этот нафтовый, такой, уже в такой химерной форме, и так долго хвалится, то про газовый этого года есть сенс говорить пакет? Чи Росія, ну, певною мірою, там розриваючи стосунки з Польщею і цей трубопровід і б'ючи по нашій системі, сама його швидше запровадиться таке. Що вона запровадить? Ну, газове ембарго, маю на увазі. Європейський союз? Загалом, в будь-якому форматі. Слухайте, все, що вони можуть, це запровадити газове ембарго, відімкнути газ маленькій Фінляндії. Яка сказала, ну, ну, добре, будемо купляти у інших трошки дорожче, але ви нам тут не будете. А ми вам у відповідь відмовимося від побудови е, атомної станції мільярдні контракти. Не хочете, не треба. Звісно, е, це все ілюзії і мрії. Украины, знаете, мы любим пребывать в иллюзиях, читать заголовки, но не вникать в их суть. Олаф Шульц, канцлер Германии, крупнейшего государства, импортера российского газа, уже неоднократно заявил, что да, мы как бы планируем, но сможем отказаться от российского газа не ранее 2024 года. Занавес. Ну я про Венгрию, наверное, мы не будем даже начинать. Вот есть гордые народы, которые ценности ставят выше желудка. Это Польша, это страны Балтии, но опять же они прекрасно помнят, у них память еще не стерлась, пребывание оккупации, советской оккупации, чем это заканчивалось. Они прекрасно понимают, что не могут быть следующими. Они прекрасно понимают, что Россия всегда использовала, использует и будет использовать энергоносители в качестве геополитического оружия и рычагов давления. И чем быстрее они избавятся от этого давления, тем сильнее будет их национальная безопасность. Польша также это не первый год, почему она может отказываться. Потому что она давно проводила, реализовывала свою стратегию, строила ЛНГ-терминалы, подписывала контракти на покупку американського газу. Тобто диверсифицировала риски Увы, те, чего ми не делали. І и поэтому, и поэтому оказались в такой <кхем> сложной ситуації. Три крапки тут поставимо. У Мене ще кілька питань щодо НАТО вступу в двох країн. Всім відомих є. Але поки що перейдемося на прямий зв'язок із Херсона. А там якраз із зв'язком проблеми сьогодні були про них повідомляли. а Також у мережах сповіщалося про вибух у місті. Наша кореспондентка Яна Самко знає більше розпитаємо в неї про ситуацію. Яну, вітаю. як минає 90-й цей день нашого спротиву у Херсоні на Херсонщині. Дійсно, сьогоднішній день був і є досить насиченим. Так близько ї ранки пролунала дуже потужна серія вибухів, після чого у Херсоні та власна у всьому регіоні зникли зв'язок. Є проблеми і досі частина операторів не відновила свій своє постачання. Воно транслюється лише в Ромені. Так само є проблеми із мобільним інтернетом. Після обіду ця серія потужних вибухів. Не припиняється і близько а, 16 години бік Миколаївщини побачили очевидці, як а, проносяться два російських війнищі очі в бік Миколаївщини, і після чого знову ж таки лунали дуже потужні вибухи, і а, зі слов очевидців а, зі сторони Чорнобайки нашої, Бачимо, ми дуже досить потужний Чорний а, дим ці стовби підіймаються, і на сьогодні досить невідомо, де відбуваються ці бої, чи вже на території Херсонщини, чи на території Миколаївщини, але дійсно. Повністю весь день просякнути тим, що на Херсонщину лунає дуже потужні вибухи. Херсон перебувають перебуває в укриттях, тому що на вулицях досить небезпечно знаходитися. На сьогодні це така ситуація. Спасибі, Яно. Бережи себе і повідомляй нам подробиці. Яна самко із Херсона про те, що нині відбувається в місті, про те, що там із зв'язком, і про те, що там власне чули вибухи сьогодні, не перший день. Бо по суті, зараз складна ситуація в місті. Саме воно під окупацією. Зона прифронтова. Ми ж повертаємося. У нас залишається ще близько п'яти хвилин, щоб поговорити про НАТО, не про український поступ, поки що очевидь, а про те, як туди зараз долучаються, намагаються долучитися Швеція та Фінляндія. І от вони візьмуть участь у саміті НАТО в Мадриді наступного місяця. Про таке іспанський прем'єр заявив це Педро Санчес під час освітнього економічного форуму в Давосі. Саміт НАТО відбудеться 28-30 червня, і Санчос прийматиме в Мадриді лідерів країн-членів альянсу. Фінляндія та Швеція вирішили приєднатися до НАТО вже після вторгнення Росії до Україну, відступивши від багатолітньої політики нейтральності. Однак Туреччина нині поки що офіційно така єдина уперта країна членкиня НАТО, яка Висловилися проти прийняття Швеції та Фінляндії до альянсу. Неофіційно відомо, що президент Реджеп та і Пердоган так сподівається отримати певні поступки від США у питаннях щодо продажу літаків і санкцій, накладених на Туреччину за купівлю російських систем Е400. Туреччина також публікувала офіційний список своїх вимог, щоб погодити членство НАТО країн. Там, зокрема, і питання тероризму та безпеки вже озвучені. Ну і Фінляндія та Швеція направлять делегації до Анкари в середу, щоб спробувати вирішити протидію цю їх заявкам на вступ. На ваш погляд, то до Мадрида, до червня, в цій ситуації, вдасться все владнати, домовитися про поступки для Туреччини, щоб уже в Мадриді були якісь направні рішення для двох країн? Ні, звісно, ні. учитывая те требования Анкары, которые выдвинула, это затянется не на один месяц эти переговоры. В принципе, тут касается и снятия санкций, и предоставления вооружения, ну и к Швеции и Финляндии у них вопросы по поддержке курдов, которых они считают там, сепаратистами. Это их аналог, условно говоря, там, на, нацистов, как в Украине Россия, Россия говорит, да, то есть сейчас они как раз собираются проводить свою военную спецоперацию, только что начинал читать новости против как раз курдов. А курды, они имеют там политическое убежище, поэтому они в Турция, ну это классический вариант реал-политика, они пытаются по максимуму выжить и ситуации достигнуть своих национальных интересов, уступок и в политической, и в военной сфере. Учитывая глубину и количество этих вопросов, конечно, я не ожидаю, что эти разногласия, возможно, будет устранить за всего лишь там меньше месяца, который остался. Ну, тобто, якщо подумати, Туреччина просто використала цю нагоду для вирішення своїх питань, чи вона спеціально умовно чекала, ув'язувала це все, щоб от скористатися і туризмом о, туризмом, чому так на слові? і тероризмом, який непокоїть курдів, партія і так далі, і, зокрема, і санкційним. Ні, ну. вона видвинула по максимуму. Плюс. Ну, как бы Турция, ж, понимаете, она э, играет э, на всех досках, сразу на нескольких. Они, к примеру, э, с Россией же против санкции не вели, не вели, хоть и продают. Спасибо им за Байрактары, э, но тем не менее, как бы там они надеются сейчас там на российских туристов, несмотря опять же на те же ужасы, все, вот, да? о чем. Да. Я... Вот, поэтому они выдвинули по максимуму, как обычно, знаете, ходят в дипломатии. Хочешь желаемого, требуй нереального. Вот где-то там они сойдутся посрединке, возможно, на какие-то вопросы смогут пойти на какие-то компромиссы. Но я не думаю, что это будут а курды. Б. Скорее всего, они будут настаивать на, сна на снятии санкций против себя за С-400 покупку и все-таки а, получить доступ к и к военным технологиям. Там еще военная программа F-35, да, из которой ее исключили а, как раз а, а, недавно при в бытность президентства Трампа как раз за покупку российских систем а, а, ПРО С 400, Вот. поэтому вони увязывают все вместе, а там вже посмотрят, що їм предложить, і посмотрят, на які компроміси зможуть пойти. Нам з цього яке висновок взяти, умовно ми теж сподіваємося, що по завершенню війни ми будемо проходити цей процес Угорщина, про яку ми говоримо постійно. Ну, посол принаймні заявляв, що ми от не будемо ставати на заваді, але зрештою. Какие краины могут так само скоростатура? Турция, США? кстати, тоже кандидат в Европейский Союз. Намного я точно сейчас дату боюсь ошибиться, но они еще в прошлом столетии и в прошлом тысячелетии, можно сказать, да, получили этот статус кандидата в ЕС. Вывод, нужно давно было уже сделать, что а Каждое государство преследует свои интересы. Б. Никто не собирается решать твои проблемы за тебя. С. Никто не собирается финансировать и просто подставлять... Ну, как там корова выма подставляет, да, если проводить аналогии с Европейским Союзом, мы будем просто вам давать деньги, а вы не будете решать вопросы коррупции и просто будете жить за насчет. счет ничего подобного не будет. Вообще нужно... Э, все, у нас достаточно ресурсов для того, чтобы построить здесь и уровень жизни, и государство, которое будет жить гораздо лучше, чем многие страны Европейского Союза и никого не, ни от кого не зависеть. Вот этот комплекс инфантилизма, способности и желания кому-то присосаться, увы, он еще в большой мере присущ украинскому обществу, как и иллюзии того, что мы кому-то там нужны и что нам кто-то должен. Никто никому не должен. Это реалии жизни, взрослой жизни и созревания общества. Я надеюсь, война – это большие риски, но и большие возможности. Я надеюсь, мы повзрослеем, осознаем и начнем использовать те ресурсы, которые у нас есть, которых более чем достаточно, чтобы жить как минимум не хуже, чем абсолютное большинство европейских стран. Ни от кого не зависеть, выстраивать свои отношения со всеми участниками международного сообщества, исходя из своих национальных интересов. И Турция в этом плане, кстати, очень хороший для нас пример. В 1991 году, когда распадался Союз, и когда, казалось, Украине досталось очень большое российское ну, там, наследство постсоветское, да, многие там видели, что мы там можем даже на Западе, в Европе, войти там в десятку, в семерку ведущих экономик. Турция была аграрной абсолютно страной, без промышленности, без военного промышленного потенциала. Сейчас о, мы у них закупаем вооружение, да, у них новейшие технологии, они являются газовым хабом, а мы свою трубу ну, как бы, не без помощи наших соседей, но тем не менее смотрели, как, все, как Россия выстраивает эти газопроводы, газовый хаб и очень то есть, стала региональной державой фактически, которая может даже диктовать свои условия, выдвигать такие требования и идти на конфронтацию с единственной сверхдержавой мира Соединенными Штатами, как это было как раз в при президенте Трампа вот те санкции которые были введены о которых мы с вами говорили то есть вести свою независимую политику и даже вот там тоже есть свои имперские амбиции начинать военную спецоперацию в сирии не бояться подобных санкций это конечно для нас пример нам чужого не нужно но тем не менее Спасибі, пане Максима, спасибі за цю думку И за цю розмову. Максим єлі, кандидат політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету. цій годині з нами був. Дякую за цю розмову. Yes. Три місяці в нас війна.